Всем привет-привет! Сегодня я покажу, как покупать услуги на Россию. Вот, допустим, нужно купить на конференцию билеты или еще там какие-нибудь услуги. Значит, первое, что нужно сделать, это нужно изменить флаг, то есть выбрать страну Россия. Далее заходим, вот в данном случае, заказ услуг. И сначала у вас будет все, что касается Беларуси. Я думаю, вы видите справа сверху карандашик. Это значит редактировать. Поэтому можно создать новую точку. Значит, выбираем Россию. Область, допустим, Смоленская. Я обычно так делаю. Вы, в принципе, можете смотреть Москва и так далее. Смоленская, город Смоленск. Не нахожу Смоленск. Ну, точку, допустим, Кашина. Вот, сохранить. И сразу, я думаю, вы видите, появляется все. И все образовательные платформы. И Викиум для того, чтобы выбрать, допустим, баллы. И вот в моем случае конференция. Я хочу купить конференцию сразу одним билетом, то есть 5500. Можно на две части, но я думаю, вы видите, что на две части намного дороже. Вот кликаем «Купить». И здесь в данном случае, чтобы купить, нужно, чтобы деньги были уже на счету. Но это будет, конечно, другая история, другое видео.